Сәлем достар, бұл Каштанов, менің Каштанов реакшенер на Макош Кельдинистер. Сегодня у нас будет реакция на клип и трек, и это у нас будет Райм и Аль Насер, совместная работа, а трек называется «Дала Ерлери». Я так понимаю, это саундтрек к фильму «Death Tour», если я ничего не перепутал. Прежде чем мы приступим, Копр Ахмед за то, что подписывайтесь на канал «Достар». Кто еще не подписался, внизу кнопка. Переходите, подписывайтесь. На канале нас уже более 200 тысяч. Всем Копр Ахмед от души. Большое спасибо. Также подписывайтесь на мой Boosty. Прямо сейчас смотрим. 12.86. Сериал «Меф». Сериал также «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Дом драконов». Все уже посмотрели, ребята, перечислять я просто устану. Лучше переходите по ссылке на мой Boosty и смотрите с кайфом реакции на фильмы и сериалы. Так, ну а мы приступаем. Кетка. Бисмилла деп атқа қондым, көкейімде байғатым. Есімі ер деп ата қойған. Что-то я не понял, что это за кадры такие были. Қайратым. Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды ұсын. Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын. Асыки. Что-то жестко, ребят. Қара құлын ат болып, егерді жол тұрабын. Тіттіркені тәні, сылқыты ішті толпылар. Это что такое, бай? Истинный казах, да? Кентавр. Ләббей раббым, ләббей дейт ғон. Кешегілердің түпін құртқанына жат ұғон. Қонның еділінен білді кәм опық жері. Смело, ребят, смело. Это же... Толстая кишка прямая, да? Или как она там называется? Это что за херня, блядь? Что-то жестко, ребят. Сынок, да? Балам. Это что такое? Так, ребят, а тут вообще субтитры-то имеются, нет? Ну, судя по всему, нет. Только арабские. Нету русских субтитров, но, ребят, о чем эта песня? О чем эта песня? Потому что кадры ужасные, шокирующие. Я вообще в шоке. Это что такое? У меня вообще даже без вариантов. Мне вот просто интересно, о чем эта песня? И соответствуют ли слова этого трека тому, что мы видим на экране? Смело, смело. Так, а где Райм? А вот и Райм. Бать, кентавр. Блин, ну кач. Чётко качает. Не, это не Балан, да? Это не сынок. Это какое-то другое слово. Так. Чувствую, надо смотреть этот фильм, ребят. Ха-ха.
Так, объявляются открытыми продажи билетов на фильм «Дастур». Я так понимаю, это что-то типа фильмов, фильма ужасов, наверное, да? Или «Resmi» трейлер. Ну, ребят, трейлер. Не, ребята, трейлер мы не будем смотреть. Лучше, если уж записывать реакцию на фильм, то без трейлера. Охренеть, ребята, охренеть. Ну, конечно, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Казах наполовину, казах наполовину конь, да? Ну, не лошадь уж, конь, конечно, кентавр. Это вообще смело, я такое впервые вижу. Да, креативно, очень креативно подошли. И что это за кадры? Отрубленные головы с длинными волосами, из которых там старая опашка что-то вяжет, какую-то накидку, которую Райм потом в конце одел. Просто жесть. Что еще здесь меня зацепило? А, ну вот это, ребят, вот это, конечно, сильный кадр. Вот это сильный кадр, мне вообще он прям... Вот этот, да. Да, ну это, конечно, жесть. Свежую голову, опять же, коня прибили на стену, да, там еще даже рой мух вьется вокруг окровавленного рта. Жесть. Опять же, Асыки, да? Я сразу не заметил, ребята. Так, я думаю, имеет смысл с самого начала все посмотреть. При втором просмотре тут столько... моментов замечаешь. Вот, я сперва не понял, что это такое. Это пальцы? Это человеческая рука? Ну да. Очень похоже на пальцы. Мне сперва показалось, что это пальцы, но я такой, не, да не, не можешь. Хотя не, вон ноготь. Вон ноготь. Но с первого раза я отказался в это поверить, что это пальцы. И потом сразу идут вот такие кадры. Это какой-то той, какое-то празднество, да? Кидают конфеты, то есть, ну, праздник. Я точно подумал, что... Та сцена с пальцами, да, в тарелке. Думаю, не, точно мне показалось. Потому что, судя по всему, здесь что-то радостное и праздное. Так, вот это вот галоши полные, непонятно чего, то ли крови, то ли чего. Ребята, о чем песня? Напишите в двух словах. Вот-вот. Я сперва обратил внимание на то, что они играют в Асыки, да? Но на заднем фоне это череп и кости человеческие. Вот. Не, ну это, конечно, да, блядь. Асболсон, хочешь сказать, да? Чтобы зрение было у детей ясное, яркое и четкое. Так, ну батыры мощные, конечно, да, но то, что они кишки перетягивают, наверное, казы будут готовить. Базар шок. Нет, я буду готовить казы. Нет, мы будем готовить казы. Так, водка. Снято вообще пушка, ребят. Снято на высшем уровне. Это Райм, да? Это Райм на припеве. Вот, так. Теннисный тиринг не бацан, мир дуйна. Теннисный кулинг
Это не головы батыров случайно, а? Так, вот здесь вот в чем посыл, ребят, я не понял. Он один в белом, оборачивается и никого там уже нету. Крутой трек, крутое произведение. Визуал вообще просто пушка, ребят. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу моей реакции, но я в ахере просто. Какого хрена здесь происходит? Блин, ребят, ну, конечно, Казахстан в качестве продакшена, да, очень круто делает. Что клипы, что сериалы, «Мошенники», «Меф». До этого был «Шикер», помню, да, тоже он очень мне зашел, чисто так вот визуалы и форма подачи такая очень интересная. Ну и темы «Базаржок» актуальные, как никогда, вернее, актуальные во все времена. Ребята, я так понимаю, объявляются открытыми лидеры, билеты на фильм. То есть фильм только-только планируется выйти в открытый доступ. 13 дней назад было выпущен этот клип. Соответственно, не знаю. Короче, в любом случае, ребят, если у вас есть ссылки на фильм «Дастур», «Дестур» или «Дастур», покидайте в инсте, в телеге, здесь в комментариях, конечно же. Походу, этот фильм надо смотреть. Может быть, это первый фильм ужасов Казахстана, хотя, может быть, он не первый, но плюс-минус относительно свежий, а значит, я думаю, по крайней мере, надеюсь, что там есть на что посмотреть, и он обязательно стоит нашего внимания. Так, по клипу, по треку, по визуалу, по звуку, слов вообще ничего не понял, но это здесь ушло на второй план. То, что я не понял, о чем эта песня, это ушло на второй план. Здесь больше ощущения в целом от просмотра, опять же, аудио, видео составляющая просто шикарная, и ты как будто бы помещаешься вот в этот мрак, вот в этот ужас, который происходит на экране. Да, ребят, я, конечно, в шоке. Пишите комментарии, не забывайте подписываться на канал, прожимайте лайки, делитесь репостами моих реакций и, конечно же, подписывайтесь на Boosty, ребят. Отдельный, кстати, коп Рахмет, коп респект тем, кто досмотрел до самого конца. И сейчас я вам посмотрю, что же такое Boosty. Boosty, вот это такая платформа, сайт, куда можно перейти по ссылке. И, собственно, здесь мы смотрим «Меф», «Ходячие мертвецы», «Чужой», кстати, посмотрели. 12.86 на 13 серии «Наруто», «Остаться в живых» и так далее и тому подобное. И каждый день выходят реакции, все мы смотрим, фильмы, сериалы. Навигация очень простая. Здесь наверху есть три активные ссылки. Переходите, допустим, реакции на сериалы. Вот ссылка посередине. Прожали и список сериалов. Ну, допустим, сериал. Третий сверху, «Мошенники». Нажали, пожалуйста. Все 12 серий в доступе. Первую серию нажали. Ну и смотрим. Все максимально просто, легко, понятно и удобно. Так что всех жду в подписчиках. Все, давайте. Всем пока, удачи, до встречи.